Привет, за кадрами Евгений Бобров, и сегодня покажу вам проставки на 6 114 3 толщиной 30 мм. Данный комплект проставок сделан на Nissan Navara. Центральное отверстие на входе 61, 66,1, на выходе также 66 под диск. Шпильки 12 на 1,25, в комплекте гайки для крепления проставок к ступицам. Материал проставок Dural D16T, легкий и прочный алюминиевый сплав. Минимум нагрузки, максимум прочности. Если остались вопросы, пиши в комментариях. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Это был Евгений Бобров. Всем спасибо.